16 по 19 августа на базе волейбольно-спортивного комплекса пройдут игры сильнейших волейболистов страны. В этот период состоится серия матчей группового этапа среди мужских сборных. В соревнованиях принимают участие 8 команд из Москвы, Белгородской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Татарстан, ХМАО, Югра, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта. Среди сильнейших спортсменов проходит с августа по октябрь текущего года. Московская область входит в тройку регионов, принимающих наибольшее количество соревнований спартакиады.